Участники международного ралли «Шелковый путь-2017» сегодня прибыли в Астану. В столице Казахстана они пробудут сутки, после чего отправятся дальше в сторону Китая. Гонка стартовала 7 июля в Москве, а финиширует 22 июля в городе Сиань. В этом году в международных соревнованиях принимают участие больше 150 экипажей из 35 стран мира. Общая протяженность маршрута превышает 10 тысяч километров. В изнурительном трансконтинентальном ралли-рейде нашу страну представляют две команды. В категории внедорожников команда «Октау Моторспорт», возглавляемая Кириллом Черенковым и штурманом Алексеем Муном. А в категории грузовиков «Астана Моторспорт» с капитаном Артуром Ардавичусом. Артур Ардавичус – это уникальная личность, это в нашем кругу мирового уровня человек, потому что он выступает всегда очень сильно, он всегда стабильно выступает, и он имеет очень большой опыт в проведении таких мероприятий, как ралли и Дакар, и участник и Шелкового пути, и других различных мировых соревнований. Сегодня Казахстан представлен им.